Вчера, 16 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов Манчестер-Сити-Боруссия Мёнхенгладбах. Напомним, что в первом матче победил Манчестер Сити со счетом 2-0. Счет был открыт хозяевами уже на 12-й минуте. Позиционная атака дала результат. Морец сделал передачу Де Брёйне, который в метре от штрафной мощно пробил в касание, и мяч от перекладины залетел в цель. Не успели игроки Боруссии опомниться, и на 18-й минуте Ман-Сити забивает еще один гол. Фоден по центру разогнал атаку, далее своевременно отпасовал на ход Гандюгану, а тот уже ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота мимо вышедшего голкипера. Боруссия создавала пару моментов на гол, но реализовать их не удалось. Таким образом, матч закончился со счетом 2-0 в пользу Манчестер-Сити. И по результату двух матчей с общим счетом 4-0, следующий этап Лиги Чемпионов проходит команда Манчестер-Сити. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!